Под Тверью официально дан старт строительству крупного предприятия по выпуску продуктов питания. Речь идет о заводе компании «Орион», продукция которой известна по всему миру. В России у нее работает два производства, одно из которых располагается в столице Верхневолжья. Теперь южнокорейские инвесторы намерены перенести его на новое место, расширив и коллектив, и ассортимент продукции. Думая о расширении своего производства в России, руководство компании «Орион» рассматривало, кроме Твери, варианты в Подмосковье и Калужской области. Однако в итоге выбор пал именно на наш регион по целому ряду причин. Первая – это позиция правительства Верхневолжья и лично губернатора. Ее суть – в оказании максимального содействия инвестору. В частности, регион помог в приобретении земельного участка. Кроме того, компания «Орион» получит бюджетную поддержку в течение ближайших 5 лет на сумму свыше 340 миллионов рублей. При этом за тот же период налоговое отчисление компании в бюджет, по прогнозам, превысит 850 миллионов. Все налоговые отчисления, кроме НДФЛ, в определенном проценте мы будем возвращать компаниям, которые являются инвесторами для нашего региона. И также приняли решение, что вся инфраструктура, которая будет необходима для развития новых высокотехнологических площадок, будут нами поддерживаться по всем направлениям. В итоге южнокорейцы и решили, что именно в Тверскую область вложат 5 миллиардов 127 миллионов рублей. Такова сумма инвестиций в это ультрасовременное производство, которое должно открыться уже в апреле 2022 года. После выхода на проектную мощность в 2026 году здесь будут трудиться 359 человек. Из них 224 будет нанято в дополнение к нынешнему коллективу, который работает на улице Орджоникидзе. Именно кадровый вопрос стал еще одной причиной строительства завода именно в нашем регионе. Важным моментом стало наличие здесь рабочего коллектива. Если бы мы ушли в другой регион, людей бы пришлось бы переводить туда или нанимать заново. А у нас здесь уже есть сотрудники, с которыми сложились хорошие отношения. Важным моментом является создание инфраструктуры. В частности, запланировано строительство подъездной дороги к предприятию. В бюджете Тверской области на эти цели заложено 65 миллионов рублей. Это еще один фактор, повлиявший на решение южнокорейских инвесторов, учитывая, что предприятие будет находиться в очень выгодном месте с точки зрения логистики. Одним из плюсов является местоположение стройки. Это вроде бы только по документам Калининский район, деревня. Но по факту Тверь, вон она. То есть город совсем рядом, фактически на окраине города разворачивается этот объект. Кроме того, трасса М-10, она тоже буквально в двух шагах, то есть два плюса. Будет удобно и доставлять стройматериалы, и потом увозить уже готовую продукцию. Ну, естественно, и персоналу будет очень удобно добираться на работу. На первом этапе строительства планируется запуск 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Далее предусмотрено возведение еще 3 производственных зданий. Таким образом, в Твери будет выпускаться практически весь ассортимент компании «Орион», включающий в себя не только знаменитое печенье, но и снеки, чипсы, а также многое другое.